Потребление электроэнергии летом вырастет на порядок. Подготовка энергообъектов к курортному сезону идет, заверяют энергетики. Реконструкция в основном кабельных линий в количестве 5 штук. Те, которые действительно доставляли нам и доставляют до сих пор неудобства. Реконструкция КТП-186, это улица Заводская, с установкой на БКТП. Глава подчеркивает, энергетики серьезно продвинулись в сроках и качестве выполнения ремонтных работ. Проблемные вопросы остаются, и решать их надо сообща, чтобы из сложных ситуаций выходить с наименьшими потерями. В конечном-то итоге мы своим взаимодействием довели ситуацию вот до такого состояния, которое оно есть. И кроме нас никто не виноват в этом, понимаете? И сегодня еще не закончились посылки к тому, чтобы искать виноватого. То ли мы, то ли вы и так далее. Давайте заканчивать, давайте работать. Проблема низкого напряжения характерна в основном для сельских населенных пунктов. Но уже во многих селах установлены трансформаторные подстанции, благодаря которым селяне бесперебойно получают электричество. По Витязевскому сетевому участку установлено новых трансформаторных подстанций 5 штук на общую мощность мегаватт 480 киловатт. На прошлой неделе были заменены 2 трансформатора. Один в станице Гастагаевской на улице Западная Широкая и второй в хуторе Малый Разнокол на улице Южная. Есть вопросы к руководителям городских предприятий. Одни забывают закупить резервные источники питания, другие – заключить договоры на обслуживание трансформаторных подстанций. В случае возникновения аварийной ситуации вы несете персональную ответственность за электроснабжение своего объекта, потому что у вас ТПшка не обслуживается. Там регламентных работ лет 10 никто не проводил. А если она еще и имеет вид такой неприглядный, ржавая, дверки болтаются, это в лучшем случае, а в худшем их вообще нет, и свободный доступ к этой ТПшке, она еще на территории расположена, то вообще такая здравница не должна открыться. Навести порядок необходимо до открытия курортного сезона. Время на это еще есть.